Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Like Up Game, добро пожаловать на прохождение, точнее, выживание. Почему его постоянно прохождение называют? Это же выживание в игре Infector, или точнее, The Infector, ну, Infector, The Infector, инфекция. Усаживайтесь поудобнее, всем приятного просмотра, мы продолжаем. Опа, птичка, невеличко. Кстати, надо лук сделать, я что-то лук давно не делал. Ну, точнее, вообще не делал, да? В этом сезоне, да. Надо стойку для оружия сделать и сделать пару лишних с вами оружий. Так, давайте посмотрим, что нам для лука нужно. Нам с вами нужен для начала лук. Есть у нас арбалет и лук. Я, правда, не знаю, что по дамагу. Тут бы писался бы хоть. Можно заготовить ручную или на верстаке. Палка и три веревки мне нужно. Замечательно, но для начала нам нужно что-нибудь скипнуть. Из... Палка и три веревки, да? Так, веревка у нас есть. Угу. Давайте одну штуку возьмем мы. И палочки у нас тоже есть. Кстати, надо их перенести поближе, вот эти, я так думаю, бревны, палочки. Раз, два, три. Замечательно. Реально, тут что-то стоят. Ну, даже 4 палочки нашел. Одну палочку тогда мы с вами уложим. Так, слушай, а мне же еще колчан. Колчан нужен, сука, для стрел имеется в виду, да? А она делается у нас. Так, что он пить хочет, да, у меня. Она у меня делается. Можно изготовить на верстаке. Автоматически прикрепляется к вашему рюкзаку. Шкуры животных 2 штуки и веревки 2 штуки. А самое интересное, что у меня шкуры и нету, ребят. Ага, вот это подстава. А чтобы шкуру получить, мне нужно построить разделочный стол и потом еще догнать какого-нибудь животного, убить. О, вот это геморройно, да? Так, да, давайте попьем водички. У нас, кстати, зима наступила. И... водички теперь с трудом мы с вами добудем. Это у меня есть еще мысли, что мы... Кстати, мы же вчера получили 2 очка технологии. Давайте мы с вами теплицу построим. И сможем выращивать арбузы и... А вот что теперь еще мне интересно. Разделочная доска. Вот разделочная доска, да, по идее, мне нужна. Чтобы получить... камень дробилки, стойки, горн, мысленный насос, электричество... водокачка, ну водокачка нужно электричество, ребят, тут не просто так все. Так, это есть у нас, ветряк тоже нужен, но лучше сейчас, конечно, очку на нее не тратить. Экстрактор масла тоже, электричество нужно, печи, печь можно, но без лампы, ткацкий станок, солнечные батареи, холодильник. Так, ну и давайте разделочный стол, где он у нас тогда? Разделочный стол. Угу, замечательно. Так, разделочный стол, и что и... А, и теплицу, да. Ну, так, где у нас теплица? Где мой дом родной? Теплица, милый мой, теплица. Ой, гвозди, доски, медный слиток, стекло, шляпы, посмотри. Я его, кстати, не хочу размещать в пещере, потому что в пещере и так всю пещеру застраивать не хочу, чтобы больше камушек мест было, где спавнились. Поэтому... я думаю, лучше теплицу на улице построю. Ничего страшного, если я до нее дойду. Как на расстоянии. Господи, ты мой. Нет, подождите. Товарищи. Господи, ты мой, испугали вы меня. Чуваки. Ребят, дожите, пугаете каждый раз своим появлением. Так, я положил этот, кстати, это молоточек. Я не знаю, почему они меня каждый раз пугают. Я сколько уже играю в эту игру. Блин, я вот почему вот, ребят, такое получается, что я каждый раз пугаюсь. Кстати, у них, смотрите, этот, крестики нарисованы. Может, они медики бывшие какие-то? У этого, кстати, нет крестика, да? Смотрите, интересно. Может, реально медики заразились они каким-то, это, знаете, может, у них предыстория там есть. Ля ты посмотри. Так, это тогда все складываем, как бы. Угу.
Так, что мы с теплицей? Не с теплицей они мне прервали. Так, теплица, милый мой, теплица. Своим появлением. Так, на ровную, я так понимаю, да, нужно. Хотя разницы нету, но... Давайте. Потом нужно будет... Ага. Потом нужно будет, кстати, фонарик выключим. Обложить его забором. Как-нибудь кружок небольшой сделай. Так, что нам нужно? Гвозди, доски, медные слитки, стекло. Ну что, пошел я все это добывать? Так, ну что, почти собрал нашу теплицу с вами. Ящики, кстати, подготовил тоже. Замечательно. Теперь можно размещать сюда ящики, ребят. Так, а сколько тут температура у нас? Давайте посмотреть, 23 градуса. Блин, теплее, чем у меня в пещере. Кстати, я буран недавно начинался, блин, чуть не замерз. Надо буферную зону строить, кстати, вот тут тоже стеночки строить. И печку при том нужно сделать. Я, блин, даже костерчик поставил, чтобы не замерзнуть. Чуть-чуть. Ух, это было рядом. К моей погибели. Ну как, не относительно рядом, но холодно было, короче, до минус 38 отпустилась эта температура. Жесть. Так, что мы с вами? Оф. А, ну да, теперь переносим, в принципе. А, грядки наши. У нас тут грядки же есть готовые. Так. Лена, откройте мне дверь. Давайте я быстренько перенесу тогда. Надо арбузы, кстати, сажать. Потому что... О, лаги нету. Не запасся я водой толком. Угу. Сейчас вы это через секунду увидите. Как я тут расположил грядочки с вами. Ровненько и аккуратненько. Ну, надеюсь, ровненько. Что видите, тут еще можно чуть текстурку залазить и сантиметры, ну, миллиметры экономить. Давайте, быстренько сейчас. Кстати, да, дайте я скрин сделаю. Наверное. Чтобы для перевьюхи. Хотя или, может быть, засадить, может быть, да? Туда растения, потом сделать скрин. Так, короче, пока я все готовил, тут уже весна наступила, ребят. Вот и лето прошло. Как и не бывало. Вот так. Только что, кстати, закончилась зима. Только что был снег, и он как бы растаял. И знаете, что я подумал? Может быть, нам вот тут тоже сделать комнату? А что пространство пропадает? Вот види, вот этот квадрат. Что реально пропадает пространство? Реально можно сделать еще одну комнату? Только я вот не знаю, рухнет ли потолок, если я тут снесу. Туда, получается, не эту, а вот эту. Рухнет ли потолок, а у меня там улучшенный верстак. Плюс еще, ну вот это не рухнет, наверное. Так, давай я тебя на всякий случай перенесу, чтобы тебя не потерять. А мы вот эту снесем, да? Так, гордить? Нет, смотрите, держится. Ага. И вот тут мы... Слушай, а я, знаете, у меня были идеи, а вдруг, ну как вдруг, а вдруг сделать его... прозрачным вот этот этаж. Типа полностью стеклянную сделаете, поставить тут кровать, такой, эй, красота, благодать, буду просыпаться. Давайте я, наверное, сейчас так и сделаю, и вам покажу окончательный уже результат, да? Интересно, что у нас получится. Так, ну и первый фундамент нашего, опа, проекта есть. И... не получается... Вот так, слушай, я не могу, да, сейчас по нему... А, могу, кстати, смотрите, интересно, что я могу пройтись по нему. Вот. Красота, благодать. И будет у нас еще и один этаж, и можем полки сюда какие-нибудь поставить, и что-нибудь этот, и такой, опа. Смотрите, как расцвела под окошком белоснежная вишня. Знаете, у нас, кстати, подросли, походу, да, я смотрю. Давайте сходим посмотрим. Так, что у нас тут? Раз, два, три. Три квадрата. Плюс еще надо стены, да? Стальной слиток. У нас стальной слиток, кстати, рядом. Я тут наплавил его немножко. Давайте сразу мы возьмем. Так.
Замечательно. Стекло. Вот со стеклом придется сейчас попариться немножко. Ага, ну ничего страшного. Так, я, блин, освещение нормальное жду, чтобы сфоткать. Что на этом. Зимой он как-то светлее был, да? Вот так я скрин сделаю, наверное, Г тоже уберем. Во-во-во, вот так. Вообще красота, благодать царить. Уф-уф-уф, ребята, какая красота. Вот так я скрин сделаю, типа этот ролик у нас посвящен будет теплице. Вот. Все? Нет, еще не выросли. Я уже, кстати, трижды поливал. Еще не выросли, да. Арбузы, кстати, выросли, смотрите, их уже можно подобрать. Нормально. Так, заходим. Кстати, у меня тут перегрев в моей куртке. Я пока куртку не буду снимать, потому что на улице 7 градусов. Куртку, штаны, да? Так. А, ну да, я пока займусь плавкой стекла и винтов, да? Тогда я вам покажу уже. Так, короче, я только что услышал свинишку где-то вообще рядом. Вон он, ходит. Надо срочно это делать. Разделочный стол, ребят. Так, я ожидаю его этот. Где у нас разделочный стол? Железный слиток 10 штук. Давай, давай, давай. Есть. Вот с него сейчас я кожу смогу получить. 10 штук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Сколько там уже? О, он же не влазит. Надо внести. Ага, еще 8 штук. Давай, давай быстрее, пока он не пропал. Раз, два. Так, ну что, сейчас будет битва. Где он? Блин, не говори, что он исчез. Ворона. Ворона. Блин, походу, прикиньте, исчез. Он, походу, ушел за видимость. Я же не вижу движения, да? Ушел из видимости моего. И такой, ну, не хочешь, как хочешь. И пропал. Что он медленно ходит? Он не должен был далеко убежать. И тем более они хрюкают. Когда... Бо! Ты прячь, лягушка. Что-то я услышал. Не лягушку. Нет, это олень, я его не догоню. Кстати, еще лед, смотрите. Где-то здесь, да? Блин, чертова свинья. Подложила мне мину. Можно, конечно, попытаться за оленем угнаться, но... Пару раз стыкнуть его. Так. Уж надо восстановить мне стамину. Ох. Ой-ой-ой. Вот это да. Повезло. Смотрите, какая скорость. Как я его буду тащить? Давайте тогда дотащу. Я покажу. Так, донес я его оленя. Хотя, кстати, знаете что? Можете некоторые сказать: чувак, ну ты же мог взять тележку и подкатить туда и олень поставить. Я боялся бросить оленя, добежать сюда до тележки, и олень мог бы пропасть, ребят. Так, чтобы разделать нам оленя с вами. И бедолага такой. Нам нужно использовать нож. Слушай, надо вот это отсюда избавиться. Надо отсюда избавиться. Блин, у меня уже палочек много. Давайте еще создадим. Для дров, для досок, для палок. Еще одну создадим. Замечательно. Все.
это бы тоже куда-нибудь дал. Вот так, наверное, что ли. Вот тоже сейчас у нас, по идее, будет. Надо взять топор, ребят, и подойти к столу, чтобы разделать его. При этом у нас с вами пачкаются руки, получаем кожу, получаем кости, получаем животный жир с него, и также получаем и... Смотрите, сколько? 6 кусочков, да? Так, подожди, какой? 8 кусочков мяса и одно сырая печень. Она, кстати, полезна. Надо руки, ребят, с вами помыть обязательно. Так, стоп. Руки надо помыть, чтобы всяких микробы попить. Слушай, скажи, что осталось, да? Помыть руки. Все, нормально, нормально, нереально. Так, и давайте мы сейчас с вами заправим сразу водичкой. Так, собрать, наверное. Сразу заправим водичкой. Где у нас дрова? Так, слушай, а чё, я не налил? Не, у меня грязные, да, не налил почему-то. Теперь налил. Так, что у нас тут у нас по чистой грязной... А, грязная вода тоже. Чё ж я? Мы это поджигаем, Махмуд, поджигай, как говорится. Это мы забираем. Так, что? Так, давайте мясо развесим. И давайте это для начала мы заберем мясо. Вяленое, это же вяленое, сушеное мясо, да? Так, и это все мы с вами разместим. Пускай у нас сушится мясо. Потому что она куда больше по сроку годности. У нее чуть больше, вот это, сушеное мясо. А вот легкая печень нам, по идее, сейчас никуда нельзя. Ну, кроме как приготовить. Ну, что у нас... Слушай, а что приготовить? Чтобы приготовить, подождите-ка. Мясной сырая печень, овощи, смесь, молоко. Ну, молока нету, да, поэтому нету у нас сарая, короче, нету. Молоко можно из козы в хлеву. У нас ни козы, ни хлева нет, поэтому печень нам сейчас на данный момент не нужна. Так, все, замечательно, мы бежим с вами. Слушай, а сколько я кожи получил? Блин, одну кожу получил, а мне две штуки кожи, ребят, нужно. Блин, еще придется кого-то зачпокать. Еще кого-то нужно зачпокать. Так, так, так. Дровишки надо сейчас куда-нибудь скинуть будут. Замечательно. У нас, кстати, уже лишнего свободного места нет, видите? Все впритык прям. Все впритык, все впритык. Так, что у нас тут? У нас тут с вами... Ага. Замечательно. Мы, кстати, почти балкон доделали. Не балкон, а стеклянную комнату. Давайте перенесем у нас теперь кроватку сюда. В эту стеклянную комнату. Так. Чтобы я заспал, проспался. Около стеночки обязательно, около стеночки. Так, все нормально. Нормальный, как говорится, движ. Так, и наверху я же там двигал. Где? А, у нас дверь открыта. Она прозрачная. Слушай, давай, давайте, наверное, мы его к себе пока поставим. Пока что поближе просто к нам. И я бы тут расставил бы еще полочки, ребят, да. Вот полочки, вот тут одна неудобно стоит. Полочки, ее как бы поставить лучше. Хотя вот сюда можно еще поставить. Поближе к печке, не обязательно с той стороны. У нас тут вот еще место есть хорошее. Это у нас что? Это у нас для стальных слитков. Замечательно. Так, что у нас тут? Эх. Для стального слитка. А тут у нас что плавится? А у нас там ничего не плавится. Замечательно. Так, дровишки тян. Ага. Это мы скидываем сюда. Так. Это мы размещаем. Доску можно куда-нибудь еще пристроить. Так, так, так. Стой.
Избавляемся. Хотя доски можно сейчас поджарить, в принципе. Ага, нельзя на поджарить, жалко. Я бы избавился от лишних бы сейчас. Так, тут еще ничего не готово, да. Там мы закидываем. И что? Можно, в принципе, еще про нее создать одну. Слушай, а мы можем вот отсюда точно. Я забыл, кстати, что у нас есть стойка. Так, ну мне нужно, по идее, ехать за чертежами, да, чтобы как бы изучить. Слушай, а я метку поставил? Да, метку поставил. -2 технологии, -2 технологии. Вот сюда можно съездить. А, подожди, вот же еще рядом вообще. Точно, давайте мы сейчас поедем сюда. Как раз у нас 10 минут осталось, и мы добьем эти 10 минут с вами до 30 минут технологиями. Городок залутаем с вами. Так. Этот день все интересней. Кабан сам пришел сюда. Кстати, кабан может наковылять, накостылять, ребят. Ой-ой-ой. Ну мы с вами еще одну шкуру получаем. Замечательно. Значит, что? Значит, колчан для стрел мы точно с вами сделаем. Угу. Это очень, кстати, рад, что он пришел, вернулся. Слушай, я же помню, где медведь спавнится. Дважды точно спавнился. Так, у нас что есть? Берем топорик, ребят. Угу. Угу, еще шкаф. А почему не? Потому что вот это, да, тут. Так, вот, теперь поместилось. Замечательно. Кстати, мы с него еще... Ой-ой-ой, сырой бекон. Сколько-то, ребят, получаем. Сырой бекон. Так, у нас перевес. Да, у нас перевес. Так, давайте палочки я зафигачу сразу. Они нам как бы сейчас не нужны. Вот сейчас бы оборотни появились бы не вовремя. Это было бы фиаско. Так, а кости мы получили, да? Все получили с этого. Такой красивый дом. Я, кстати, фрукты сюда перенес тоже поближе к себе, чтобы немножко очистить пространство холл или что это, прихожки, короче. У нас по-русски называется прихожка это, да? Но я буду называть буферная зона. Вот. Поставил, кстати, еще стену, чтобы немножко тепло сберечь, потому что я думаю, что игра думает, что ну тут как бы нет стены, значит холод проходит. Поэтому надо быть поаккуратней. Угу. Так, ну ждем утра тогда и поедем за чертежами. Все, на этом сегодня вроде интересного ничего не будет.
Так, ну что, я прибыл. Слушайте, я, знаете, только что заметил. Я заметил, что, оказывается, все время я это снимал. Я просто думал, я на паузу нажал. А по времени сейчас я посмотрел. Оказывается, блин, я, оказывается, не нажал на паузу. Блин, а зачем я делаю? Не знаю, зачем я делаю. С чем я сейчас... Ну ладно, они пропадут, ничего страшного. Так. И одно бревно нужно нам. Так, замечательно. Вот это все выкинем, это все пропадет. Палочку на всякий случай возьмем для ремонта. Так, ну опять сегодня у нас серия на 40 на дорогу. 40 минут, да, будет? Ну, бей ты, что ты не бьешь. Так, слушай, давайте я сразу согрею их. А где второй? Избавлюсь от них сразу. Точнее, не второй, а третий, если уже так считать. Все. Палочку мы его исполняем. Кстати, бензин есть. А вон он. Иди сюда. Чувак, чувак, это... Блин, они поклоняются мне, смотрите, где он. Не давай, не уйдешь. Четыре дома, да? Ага. Ух ты, паршивец, кидает камнями. Ну, да не кидайся камнями, давай, иди сюда. Так, теперь надо мопед сюда поближе подогнать. Ага, все, давайте подгоним теперь наш великолепный квадрик. Цыпал. Квадроцыпал. Давайте я в середину, да, заеду. За между домами, чтобы... Так вот. Чтобы, если что... Тогда фонарик выключим. Если что, мы с вами... Так, тут что? Скала, да? Так, ну я так смотрю, домиков не так много. Наверное, один чертеж точно будет. Как минимум. Было бы два, и это очень хорошо, конечно. Хотя я каждый раз говорю такой, хоть бы было два, хоть бы было два. Найти крестики держу на пальцах. Но пока что мне везло. И, кстати... А, ну уже вы видели, да, у меня налет был на базу. Я же говорю, забыл отключить. Забыл отключить я. Хотел на паузу нажать. Почему-то, оказывается, не нажал на паузу. И вы видели, что на меня напали оборотни в погонах. Так, и уже забитый. Вроде ничего нету, уже забитый. Так. Банки, кстати, можно уже как бы не собирать. Почему тогда? Банки можно, наверное, уже не... Сколько времени? 1:12. Сейчас дождик, наверное, пойдет. Банки можно уже не собирать, потому что у меня там банок. Кошмар. Мне надо новых создать будет сейчас этих... ящиков побольше создать. И все раскидать нормально. Потому что у меня там такой артхаус творится. Хлам, короче, непонятно. Все, где попало, лежит. И, кстати, вешалка для одежды. Она, ну, тоже, наверное, видели, да? Я пока снимал ее. Вешалку для одежды. У меня там перегрев уже был. Что это такое? Что? Что я не понимаю? Ну, вроде как бы ничего, этот... Отрава написано, но непонятно.
чего я отравился? От чего? От чего? От того, что я лайко. Потому что... Так, 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 складываем сюда. Замечательно. А в машине... А в машине для хлам там был же. Так, на столике нет, а мусорки нет сбоку. Есть. Ту-ру-ту-ту-ру-рут. Ой-ой-ой. Кстати, слушай, я же не пропустил, да, сейчас? Я же не пропустил. Сейчас технологию там. Но я вроде не видел. Я вроде бы не видел. Так, огурчик сразу можно вместе съесть. Семена мы забираем. Еще семена забираем. Семена нам нужны. Но я, кстати, первую зиму, в принципе, нормально провел. Я пережил ее первую зиму. И это радует. Это, наверное, не нужно брать. Мы его выкинем. Что? Растительное волокно мы и так можем собрать с любого дерева. Угу, вижу за это технологию. 9 на 12. Так, завтра решим, что мы с вами будем изучать. А что мы берем? Ну, мы, в принципе, всегда так делаем, да? Берем технологию, и на следующий день мы ее... Так, я же взял, да? На что-нибудь опрокидываю. Я сейчас еще подумаю. Я сейчас поеду, наверное. А пока что отвозить все ресы. Я, наверное, по дороге еще подумаю. На что? В следующем видео я такой, опа, чуваки, и вот так вот вкладываем. Просто там надо за и против все сложить. На что лучше потратить, а что лучше оставить на потом, на исследование. Ну, хорошо бы мы бы нашли бы уже NPC-шку нашего. Так, а где? Коза испугала чему-то. NPC-шку бы уже найти бы нашего, который будет нам помогать с вами. Так, да, там еще одна комната, я не залутал в этом доме. Вот это. Да, и костер нужно будет сейчас восстановить будет. Все, дом залутан. Так, два дома есть уже, да? Угу. Замечательно. Блин, какая полезная все-таки штука вот эта. Тележка. Ой, ты серьезно, вы меня прям... Вы что меня так балуете, ребята? Они меня что так балуют, скажите? Почему два чертежа? Нифига себе, это очень хорошо, ребята, это очень хорошо. Здорово, чувак. Жалко, у меня снотворный нет, я бы тебе... И хлеба тоже нет. Тебя бы приручил. Кстати, можем завалить его. А, ну что, все завалим, мы как повезем тогда его. Да. Как мы тебя повезем? Так, ну ладно, давай картошку возьмем. Так, это мы возьмем. Что в любой момент можем выкинуть. Я, кстати, раньше помню из... пропащей еды, испорченной еды, мы с вами делали что-то топливо, что в каком-то, если напомните мне. Короче, как-то использовали мы испорченную еду, я помню, для топлива, что ли, как-то перерабатывали. И потом он вот, они походу вот такие подумали, сказали, нет, мы испорченную еду пока что, ну, оставим. Не для чего. Что в данный момент она у нас как бы никуда не используется. Я могу ошибаться, наверное. Не-не, не использовать, не использовать. Ну, я не помню, чтобы она куда-то использовалась. Поэтому в данный момент ее можно не складировать. И просто выкидывать. О, господи. Как... Он, кстати, постоянно его задеваю. Я боюсь, блин, он улетит когда-нибудь. Улетит, улетит. Так, на втором этаже, да, был еще пластик.
Так, это сухой кирпич, пластик доставил. Так, нет, ничего, нет, 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 все. Этот дом зачищен. Кстати, хорошая погодка. Так, и гараж последний остался. Угу. Так, ну давай сразу съедим его. Чем-то подумал, может взять его. Так, ну и все, да? Вот в этом доме были. Вторую технологию зашли. Сейчас я дома бегу. Смотрю. Здорово, чувак. Так. Да-да-да, был. Угу, ничего тут. А, ну мы же технологии тут нашли с вами. Ничего. Ну и все. Слушай, а я топливо взял? Ага. Так, вот, да, мусор, конечно, все-таки была. Ткань. Вот еще мусорка. Ага. Видите, хорошо. Так, а это пакет нет, да? Нет, да. Это некоторые пакеты, я заметил, он сделал, что не лутабельный. Давайте, наверное, мы с вами тогда на этом моменте и попрощаемся, а завтра, в принципе, продолжим. Так. Минус две техно... Так, по-английски, ага. Технологии плюс один. Где он? Бензин. Вот так я сделаю. Короче, просто будем чай, где находится у нас топливо. О, кстати, можно еще тут съездить, завтра будет. У нас будет. Чувак, ничего личного. С вами был Лайкоп, ну и всем пока.